победим. Я в этом даже не сомневаюсь. Для моего случая. Я снимаю балаклаву. Я майор Национальной гвардии, клянусь, что отдам все свои силы, всю свою жизнь для того, чтобы защищать свою родину и постараюсь по максимуму сохранить жизни своих бойцов, потому что им строить будущую Украину. Слава Украине! Героям слава! Ще є один момент. Я хотів би Арсенію Петровичу подарувати той осколок, який не вразив наших бійців, пролетів разом. Якщо він буде в вас, він не вразить і Україну. Він пройде мимо. Я два слова скажу.